заслуженная артистка России, актриса малого театра, кино и ТВ Лариса Георгиевна Кичанова скончалась на 72-м году жизни сегодня, 16 февраля 2021 года. Причина смерти артистки не называется. Новость о смерти актрисы появилась на сайте малого театра. Лариса Кичанова родилась 27 июля 1941 года в Оренбурге. После окончания средней школы она служила актрисой в Куйбышевском драматическом театре имени Горького. В 1972 она окончила ГИТИС и была принята в Государственный академический малый театр. На экранах актриса начала появляться с 1971 года. Ее можно увидеть в лентах «У нас на заводе», «А зори здесь тихие», «Хождение по мукам», «Погоня за тенью» и в ряде фильмов-спектаклей. О месте и времени прощания с Ларисой Кичановой будет сообщено на сайте малого театра. Светлая ей память.